Отставки в региональном правительстве продолжатся. По инсайдерской информации, нашему телеканалу свой пост может покинуть еще один министр. За последнее время своих кресел лишилась треть чиновников, в числе которых заместители председателя правительства и даже вице-губернатор. Пойдут ли на пользу такие масштабные кадровые перестановки? И на кого из обновленной команды эксперты делают ставки? Проанализируем в студии программы «Прямая речь». Смотрите после вечернего выпуска новостей в 20:20.